Дочь директора одной из сельских школ Приморья прочитала на уроке матерное стихотворение поэта-футуриста Владимира Маяковского «Лежу на чужой жене». По информации телеграм-канала «Маш», девочка поспорила с одноклассницами, что сможет прочитать его на уроке без каких-либо последствий. Такая уверенность объясняется просто. Ученица якобы является дочерью директора школы. За чтение она получила 3. Главным мотивом поведения студентов, школьников сейчас является получить количество просмотров, то есть лайкомания, так называемая. И это стало такой ценностью, которая затмевает все остальные ценности. Поэтому здесь этика уже вторична. Говорит ли это о искажении мышления подростка и о том, что на данный момент им все дозволено, или же стоит пересмотреть школьную программу по литературе? От школьников можно услышать, что им предписана определенная программа. Школьники читают «Войну и мир» в 10 классе, толком не понимая того, что они читают. Все, что они выносят из этого чтения, оно длинное и скучное. Мне думается, что наша задача сейчас найти, помочь, по крайней мере, детям найти вот тот способ увидеть в тексте живое и имеющее отношение к ним, к нам, сегодняшним. Ведь им не объясняют мысль и посыл, все это не важно, но зато важно отчество персонажей, какой суп варила героиня в 32 главе. Чем меньше мы будем ставить барьеров, ограничений, каких-то жестких регламентов, тем, мне кажется, мы обезопасим сегодняшнюю ситуацию от того, что все жалуются. Литература, чтение, книга все быстрее теряет свою привлекательность, теряет свой интерес. Если же вернуться к истории с нецензурным стихотворением Владимира Маяковского, учительницу обвинили в некомпетентности, и теперь она пишет одну объяснительную за другой, отвечая на вопрос, почему разрешила ученикам самим выбрать стихотворение. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.